20 этнокультурных объединений Южно-Казахстанской области приняли участие в традиционном фестивале «Казах Дастархана». Признанные мастера различных этносов состязались в приготовлении казахского национального блюда. Представители каждого центра приготовили баранину по всем традициям, накрыли стол и, как положено, приняли дорогих гостей, которые оценили их мастерство. И, как оказалось, самое вкусное блюдо приготовили представители иранского центра. Им и достался гран-при фестиваля. Напомню, что вкусный праздник областная Ассамблея народа Казахстана проводит уже второй год, и его главная цель – укрепление этнического согласия и толерантности, а также пропаганда национальных ценностей. Цель этого фестиваля – показать всем, что мы владеем хорошо казахским языком, уважаем казахскую культуру, и а также умеем готовить все еды казахов. Вот сегодня етасу, голову барана, джанбас – все вот это мы сегодня показываем.